Лука Маркиджани, который в настоящее время работает экспертом на Sky Italia, а в свое время был самым дорогостоящим вратарем в мире, поделился своим восхищением в адрес полузащитника Нерадзури, Генриха Мхитаряна. Интер, несомненно, привел в экстаз своих зрителей. Лука Маркиджани превозносит Нерадзури и восхищается игроком в прямом эфире Sky Sport, словно это было захватывающее театральное представление. Лука Маркиджани, этот эмоциональный зритель, был явно ошеломлен игрой Нерадзури в матче против Монцы. «Я был поражен», — заявил он, — «когда Интер провел великолепное выступление, которому, к сожалению, способствовала Монца, которая была слишком пассивной. Интер атаковал и показал прекрасную полузащиту. Благодаря Мхитаряну, которого я раньше рассматривал как игрока, способного на яркие вспышки, но теперь он стал для меня полузащитником, который удивительно хорошо понимает игру и предугадывает все происходящее. Он поистине великий армянин».